Необычная фотосессия покоряет социальные сети, знакомый поклонникам «Игры престолов» отважный воин Джон Сноу вышивает на валенках свои инициалы, запасается соленьями и тащит домой обогреватель. Придумала это все Елена Харламова, владелец магазина шапок, и с сериалом ее связывает отнюдь не шапочное знакомство, а давняя любовь. Мы все-таки производим шапки, они про тепло, про зиму, как раз очень даже в тему оказалось. И решили сделать такой фотопроект, представить, что один из главных героев сериала Джон Сноу оказался в России, как бы он готовился к зиме. У нас было несколько вариантов сцен, от дров и печки до там проруби, но решили остановиться на более таких выполнимых реальных вариантов, которые бы было снять легко. Сложнее всего, говорит Елена, было найти подходящую шубу. Пришлось сначала бросать клич в соцсетях, а потом подкрашивать предмет гардероба, чтобы придать ему подобающий вид. После выхода первой серии 7-го сезона оригинальные фото украсят интерьер магазина. Посвященные сериалу акции идут по всему миру. Например, дубайские кондитеры испекли огромный торт. Еще один главный герой, Тирион Ланнистер, восседает на железном троне. Лакомство украшено съедобным золотом и стоит в переводе на наши деньги 1,5 миллиона рублей. Впрочем, не стоит на него понапрасну облизываться. Лучше попробовать выиграть в одном из омских кафе гигантскую пиццу. Для этого нужно угадать, как развернутся события. Ну, что-то вроде тотализатора, условно, естественно, все без денег. Вот, принимаем ставки, как будет развиваться событие в следующей серии. То есть, что ждет персонажа, да, в следующей серии, либо как повернется сюжет. Ну и, соответственно, люди, которые больше за весь сезон дадут правильных ответов, они у нас по условиям нашего конкурса получат огромную пиццу. Длина 1,5 метра, вес 5 килограммов, можно накормить целую армию. Такую пиццу, наверное, и разрезать сложно, проще разрубить мечом. Между прочим, любовь к сериалу «Игра престолов» и фанатской атрибутики однажды помогла задержать опасного грабителя. Дело было так, 25-летний программист из Чикаго однажды проснулся от диких криков, оказалось, в дом забрался грабитель и уже душит его соседку по квартире. Парень не растерялся, схватил со стены муляж меча и бросился на выручку. Грабитель был так впечатлен видом холодного оружия, что испугался и убежал, роняя документы. Так его и удалось потом задержать. Земеля, дай мобилу позвонить. Ну я все понял, я ворона пошлю. Фанатская любовь не знает границ. Кто-то самоотверженно пересмотрел все 6 сезонов, чтобы вырезать и смонтировать воедино все моменты, когда персонаж по прозвищу Ходор говорит свое неизменное. А кто-то нарезал ролик обо всех убийствах, совершенных Арей Старк. И вот сейчас, перед выходом нового сезона, зрителям предлагается посмотреть следующее фанатское видео. Все смерти и убийства, произошедшие в сериале за предыдущие 6 сезонов. Ролик длится 21 минуту, а число смертей зашкаливает свыше 150 тысяч. Будет ли 7-й сезон столь же кровожаден, станет понятно совсем скоро. В США премьера воскресенье, а российские поклонники увидят долгожданный эпизод на день позже. Денис Жарков, Дмитрий Алдагепченко, 12-й канал.